Ярослава, ты что это не ешь? Зажралась дамочка. Там мясо вон есть. Не только кость, но и мяско есть. Ты что не лопаешь, подруга? Или уже не лезет? Хорошая девочка. Красавица. Красавица, да. Красавица. У тебя уже нахлебники появились. Бежим. Очень холодно. Ну, я холодно оделась, поэтому бежим. О, камышовый кот появился. Никогда его раньше не видела. А тут вот он прямо. Прямо-прямо. Прямо-прямо. Это красные волки. Целая стая. Целая стая красных волков. Первый раз, ну не первый раз, уже второй раз вижу. Рано утром они все выходят. А днем, в обед, они спят, отдыхают. Но тут голов 10, наверное. Чертова дюжина будет. Так, а вот Сима из Крыма. Привет. Тоже подросла, была помельче. Сима. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Да скажи. Сима. Охотится. Ага. Кипер пошел, и она пошла. Все, бежим проверять Шерхана. Так. Мячики на месте. А где лев? Шерхан! Шерхан! Шерханчик! Привет! Привет! Привет, привет. Лев Шерхан 24 октября еще находится в Минске. Ни в какой Китай, ни в Пекин, ни в Харбин пока не отбыл. Видать, с документами совсем все плохо. Да, Шерхан? А и оставайся ты у нас, а? Зачем тебе этот Китай? Шерхан, ну посмотри на меня, пожалуйста. Так, что это у меня тут за костомаха? Это явно вчерашние, не сегодняшние. Шерхан, хороший мальчик. Хороший мальчик. Красивый. Опасный, да? Опасный. Да, Шерхан. Сказки про ручных социализированных львов. Скажи, зверь, я есть зверь.